На продаже квартира общей площадью 70 метров квадратных, пиросмания 18. Это коридор. Тут можно пофантазировать. Санузел. Коська. Большая кухня-гостиная. Светлая, большие окна в пол. Здесь рабочая зона. Варочная, газовая поверхность. Духовка тоже газовая. Одна спальня без окна. Сделанный шкафчик. Такая светленькая. Вид из окон во двор. В принципе, не шумно. И с одной стороны даже видно море. Вторая спальня. Со второй спальни выход на балкон. Балкон большой, широкий. Подветренная сторона. Угол дома закрывает от дождя и ветра. Его можно застеклить вообще без проблем и недорого будет. И будет у вас своя терраса с открывающимися окнами. Пиросмания 18. Несколько корпусов. 4, если быть точным. Находится на второй береговой. 300 метров от пляжа. Вот у нас сразу Урбисити Бокце. Очень развитая инфраструктура. Продажа квартир в данном комплексе. Есть несколько предложений. Есть даже еще один вариант белого каркаса. В этом корпусе находится супермаркет достаточно большой. Много всяких спортивных групп по боксу, тренажерка. Есть подземный паркинг. Вон он. Это кафе. Его все знают. Есть кафе украинской кухни. Кафе, Black Cafe называется. С паркингом, как везде в Батуми. Вот такой спортивный комплекс, фитнес-клуб Олимпия. Вход, тренажерки, все есть. В этом корпусе там и детская есть. Сейчас выйду, покажу учреждение. И солярий, тренажерки. Здесь еще у нас что-то новенькое открылось, даже не успеваю следить. Магазин еще. Порошки, шампуни и прочее. Вход в магазин через дорогу. Ялчин. Аптека на углу. Еще куча магазинов. Очень хороший такой жилой комплекс. Его еще называют русскоязычным кварталом, потому что здесь в основном живут русскоязычные и покупают также. Море через дорогу. Вот за вот этой высотным домом уже дорога и пляж.